эти эмоции и сделать это на камеру, создать свой канал. И это классно. Друзья, и я все-таки вам сегодня расскажу про женское счастье. Я сексист Михаил Пайкин, травмированный человек. Который все знает о счастье. Который все знает о счастье. Сейчас я вам расскажу. Который сейчас со своей мужской. Сейчас со своей мужской стороны, как мужик, как несчастный мужик. Он расскажет, что же такое счастье. Да, я расскажу, что такое женское счастье, а потом расскажу, что такое мужское счастье. Я все знаю о счастье. Что такое бабушкино счастье. Бабушкино, да. Я специально посадил сюда. Счастье, и Медведева счастье. Обязательно хочу узнать. У меня хейтеры не там, не в комментариях. Самые страшные хейтеры у меня здесь. И мои хейтеры мне говорят, что я не сделал счастливой ни одну женщину еще. Именно поэтому. Себя сделаю счастливой. Я не сделал счастливой ни одну женщину и себя. Не задаваться вопросов, как кого-то сделать. Я не задаюсь вопросом, потому что я все знаю. Именно это меня отличает от других людей. Скажи, как ты себя сделал счастливой? Я не сделал себя счастливой и не собираюсь. Мне насрать на счастье. Но поскольку меня люди спрашивают все время, как нам стать счастливыми, как Миша, как? Честно скажи, я сам не знаю. Друзья, я знаю, я вам честно говорю, я знаю точно, сейчас вам расскажу. Откуда? Итак, женское счастье. Вот сейчас я вам расскажу, откуда. Значит, ты знаешь про женское счастье, но ты несчастлив. Я знаю все. Ты несчастлив, потому что ты не женщина. Я несчастлив. Потому что про женское счастье ты знаешь все. Я знаю про женское счастье. Потому что ты не женщина. Я не женщина. Ты не можешь применить. Я мужчина. Я могу прекрасно это применить к себе. И сегодня я расскажу вам про женское счастье. Итак, от чего же? Я хочу узнать потом еще про счастье. Про чье счастье? Про чье счастье вы хотите узнать? Про счастье Кристин Стюарт хочу узнать. Хорошо, хорошо. Можно? Счастье можно. Я заказываю. Можно все. И счастье Джонни Деппа. Хорошо. Женское счастье. Хорошо. Кристин Стюарт и Джонни Деппа. Хорошо. Значит, дорогие друзья, женское счастье. Я просто ищу, где у меня это записано. А у тебя по пунктам еще все это расписано? У меня все расписано, конечно. Я человек серьезный. Угу. Серьезный. Я не какой-то там, знаете, который сам себя не сделал счастливым, и на этом все. Есть такие люди. Я сам не сделал себя счастливым, но. И на этом все, и расслабился. Но я еще. Не таков я. Я не таков. А можно тебя попросить немножко отсесть, потому что на меня свет должен оттуда падать. А ты сидишь и прям точно. Ты меня сам сюда посадил. Нет, ну чуть-чуть. Отсядь сюда, пожалуйста. Да, теперь я говорю, отсядь отсюда, пожалуйста. Ну охуеть, пиздец. Я прошу прощения, друзья, за мат. Не планировался мат в этом ролике. Сам отсядь. И камеру переставь. Мне просто, я когда камеру переставляю, у нее это, ну, перестает запись. Пожалуйста, ну, очень прошу, ну, немножко подвинься левее или правее. А позже. Давай узнаем, зачем ты меня сюда посадил? Я посадил, чтобы ты закрыла свет и было о чем поговорить, потому что я не знаю, что такое женское счастье, а когда я с тобой бодаюсь, люди скажут, ну, конечно, он хотел нам про женское счастье рассказать, тут какая-то тварь вообще, дрянь, села, не дает нашему тренеру любимому рассказать про женское счастье. Друзья, все нормально, меня никто не остановит, и сейчас я вам расскажу про счастье. Да, да, давай рассказывай. Про женское счастье. Итак, женское счастье. Женщины, внимайте. Женщины, внимайте, потому что я несчастный мужчина, и я сделал огромное количество несчастных женщин. Я помог огромному количеству женщин так себе, стать по-настоящему несчастными. А ты вообще хоть кого-то в жизни сделал счастливым? Вот я никого не сделал. Я никого не сделал счастливым и даже не пытался. У меня никогда не было цели. Я кроме себя, никого. А я даже и себя не пытался. Никого ни разу не сделала счастливым и даже никого не буду пытаться. Друзья, в этот раз я не расскажу вам про женское счастье, что невозможно. Все, это мы заканчиваем эту лекцию. Я со следующей начну, потому что тут уже долго. Спасибо вам огромное. Извините, что так получилось.